хочет жить. И он его не заметишь. Он прячется в расщелинах между камней или зарывается. Ночью хищник охотится за мелкой рыбой. Большим достижением нашего аквариума был морской уголь, проживший у нас 20 лет с 1996 года. Скат, морская лисица. Если его не провоцировать, морские далекознательные гибриды в нашем аквариуме, они живут в форме свинки. Эти скаты являются живородящими, и их сон на момент внутренней зоны шатана живутся на телесах. Скаты ведут темный образ жизни, на верхней стихе нашего аквариума они могут часами отдыхать, как на дне моря. Они прекрасны, и у нас еще много фотографий, потому что не вал такого. Они с легкостью разбивают моллюсков, добывая себе питание. Рульен целигушка. После берега среди бурых водорослей можно увидеть красивых толстых рыб. Это представители семейства гумановых. Их в Черном море 8 видов. Рульена может на самке. Вырастать крупнее до 30 сантиметров, они перерождаются в самцов. Их называют рульен. Самец рульен приобретает более яркую окраску, на теле появляются продольные красные и желтые полосы. Края плавников ярко-синие. Одним словом, самец – красавец. У рульена мясистые губы, выдвижный рот с дробящими глоточными зубами, которыми он засыпает раковым моллюском, панцирь мелких крабов и веток. В нашем аквариуме вы найдете таких рыб, но не удивляйтесь, они могут притворяться мертвыми. Каменный обувь кукушка. Каменный обувь кукушка не менее красивая рыба. Достигает до 30 см в длину, окрашен поперечным красным бурыми полосами, брюшко голубого цвета. Такая окраска делает обувь незаметным хищником среди бурых водорослей. Каменный обувь находит среди зеленых камней индивидуальное укрытие на щепку, где устраивает свою засаду. В нем охотится, а почувствует ценную трофею для рыбаками и цветов. В нашем аквариуме обитает еще один вид семейства. И это лимонная сфорида. Небольшая серебристая рыбка с черным пятном на боку. Вдоль туловища светящиеся лимоновые волосы. А нам все рыбаки назвали ее лимоновой. Черноморская кефаль. В Черном море водятся четыре вида семейства кефали. Это кефаль, лабан, сингиль, остронос, а также завезенное здание у Востока амурская кефаль, перегаз. В 80-е годы прошлого века перегазы стали искусственно адаптировать и зонтажно внимание к северу от Анапы. Эта рыба достигает до 1,5 метра в длину, весом более 7 килограмм, является моим компромиссом. Конечно, по вкусовым качествам перегаз уступает черноморскому лаванду. В последние годы популяция черноморской кефали заметно снизилась, так как хищный и прожорливый перегаз поедает икру и молоть кефали. Это пример негативного воздействия человека на природу. Весной, когда море пробивается, страна кефали приносит инстинкту, мигрирует вдоль наших берегов. Смотри, большой зашевелился. Наш морской аквариум Батискаф – это всего лишь маленькая частица Черного моря, только представляя вашему взору десяток основных видов рыб, которых нам удается. Морской дух и американский голубой кар. Через пролив Босфор из Средиземного моря нам заходят редкие виды рыб. Например, морской дух средства рыба. Эта огненная красочная рыба достигает 8 килограммов до 1 метра длиной, на брюшке имеет фаланги пальцев. Может ходить по дну, может летать над водой, расправив боковые плавники крылья, относится к летучим рыбам. Еще одна редкая диковина встречается у наших берегов. Это американский голубой крак. В 60-х годах прошлого века с балластными водами кораблей из Средиземного моря он попал к нам.
морских раковин, кораллов. В иллюминаторах нашего аквариума протеста кораллы южных морей и океанов вдоль экватора. Черное море более холодное, имеет низкую соленость 17. Ракушки наших моллюсков небольшого размера. Кораллы морские у нас не водятся. На песчаных пляжах Анапы вы можете найти пустые раковины моллюсков, похожие на лианские и шлангиды. Моллюски — это высокопочечные животные. Костистые это нет. Моллюск создает себе новую ракушку, которую можно назвать успешным скелетом. Поражает разновидность Ты что задумала? Она его отогнала. Надоело есть. Все, обратно пошло. Давно добавить в Черном море красивую раковину моллюска Рапана. Но мало кто знает, что его родина Японское море, Тихий океан. В 1946 году корабли, все, обратно спать. Морской путь. На своих днищах завезли в Черное море непримиримой ценностью. Ныряльщики, ловцы, жемчуга зачастую погибали из-за неосторожности. Моллюск, реагируя на прикосновение, резко захлопывает створки раковины своими мощными мышцами. И ныряльщик оказывается в капкане. Всплыть на поверхность с тяжелой раковиной очень сложно. В 1956 году на острове Иванова. Тритонов-рог – это трехоногий моллюск, огромная улитка, достигает длину до полуметра. На брюхе имеет ногу, способен ползать по дну. На островах океане раковины этого моллюска применяли в качестве музыкального инструмента трубы. Островитяне выследовали отверстия в конусной части раковины, что позволяло получать звуки различных тональностей и исполнять мелодии. Тритонов-рог обитает в Тихоокеанском районе. Когда черепаха на суше делится под ламочкой, она не так сильная, а криво прячет голову под пальцы. Черепахи плавно ровные лица. При понижении температуры воды не 15 градусов Цельсия, а что там пост поднимает? Так как дождь остывает, луч становится ледяным. При температуре ниже 10 градусов черепахи впадают в спячку. В нашем террариуме для красноухих черепах созданы все условия.